эфире службы новостей «Саров-24» в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Более 200 участников и 6 секций в Сарове открылись традиционные харитоновские чтения. Серафимовские дни, 10-я городская конференция в рамках программы «Саров благословенный». Только вперед, хоккейный клуб «Саров» одержал очередную победу в домашнем матче. Далее расскажем обо всем подробно. 10-я юбилейная конференция «Земля Серафима Саровского» собрала в зале художественной галереи представителей учреждений культуры и образовательных организаций. Темой этого года стали нравственные ценности и будущее человечества. В рамках конференции прошла презентация книги Валентина Степашкина «Серафим Саровский», а также обсуждение программ поддержки материнства и работы волонтерского центра «Радость моя». Подробности далее. В антураж и тематику предстоящей конференции участников погружает выставка «Белые платочки», которая расположилась в фойе художественной галереи. Фотографии и другие экспонаты рассказывают о жизни дивеевских монахинь в годы гонений на церковь. Совсем скоро представители учреждений культуры и образования прослушают доклады на тему нравственных ценностей и будущего человечества. В России есть свой путь, есть свои ценности, которые не должны смешиваться с ценностями Запада, и что мы должны идти только вперед, что к самому хорошему, к самому лучшему. Взаимодействие духовенства со светскими учреждениями культуры и образования нашего города происходит в рамках программы «Саров благословенный». Она призвана сохранить культурное наследие Сарова и помочь в духовном воспитании подрастающего поколения. Сейчас время наших совместных плодотворных трудов. И в рамках конференции мы надеемся, что обогатится наш опыт взаимодействия между благочинием, учреждениями администрации города Сарова. В рамках конференции обсудили вопросы реализации молодежного проекта «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Особое внимание уделили программе по линии здравоохранения «Святость материнства» и работе волонтерского центра при храме всех святых «Радость моя». Дарья Цапарыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». В Доме ученых прошла торжественная церемония открытия 18-х школьных харитоновских чтений. В этом году география участников мероприятия насчитывает более 20 регионов России. На конкурс исследовательских работ школьников представлено более 200 заявок. Кроме интеллектуальных соревнований, участников ждет серия лекций от преподавателей и ведущих вузов России. Школьники из Нижнего Новгорода, Кемерово, Архангельска, Оренбурга и многих других городов. Межрегиональная научная конференция для старшеклассников объединила в Сарове лучшие молодые умы со всей страны. В этом году за победу поборются 213 участников. Оценивать их работы предстоит профессорам и преподавателям лучших вузов страны. Харитоновские чтения мы с вами открываем. Успехов вам и новых побед! Валерия Орлова – ученица губернаторского многопрофильного лицея города Кемерово. Вместе со своей делегацией девочка добиралась до Сарова двое суток на поезде. И все это для того, чтобы проявить себя и представить на суд экспертного жюри свою научную работу. Моя работа посвящена изучению семантики и морфологической структуры гадонимов села Красного Ленинского района Кемеровской области. И это часть гадонимы – это часть топонимики. И топонимика находится на стыке трех научных дисциплин – это история, география и лингвистика. Такую тему Валерия выбрала не случайно. Ей интересна история ее села и этимология названий улиц. И на то, чтобы разобраться во всем и написать научную работу, ушло 2 года. Самым интересным это было брать интервью у людей, собирать информацию, потому что село включено в Золотое кольцо Кузбасса, и очень было интересно брать информацию. Кроме защиты проектов, ребятам предстоит написать традиционную олимпиаду «Будущие исследователи. Будущее науки», победители и призеры которой получат льготы при поступлении на бюджетные места в различных вузах страны. Торжественная церемония подведения итогов пройдет 18 февраля. Мария Рунч, Владимир Есенников, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». 20 февраля в Сарове пройдет единый день сдачи ЕГЭ родителями. Мамы и папы выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру госэкзаменов от проверки металлодетектором до получения результатов. Акция пройдет на базе школы номер 13, начало в 10 утра. Задать вопрос по участию можно по телефону 9-55-22. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Напомним, на сегодняшний день МРОТ установлен в размере 9,5 тысяч рублей в месяц. С 1 мая, согласно закону, он вырастет до 11 с небольшим тысяч рублей. Горожан, председателей и активистов советов многоквартирных домов приглашают на занятия школы ответственного собственника. Оно пройдет 20 февраля в библиотеке имени Маяковского, начало в 17:30. Участники встречи обсудят грядущее голосование за приоритетный проект благоустройства, а также способы установить денежное вознаграждение для членов совета многоквартирных домов. В воскресенье 18 февраля Масленицу отпразднуют в Старом районе. Всех желающих приглашают на дворовую площадку рядом с домом по адресу улица Силкина, 20. Гостей ждут выступления творческих коллективов Центра внешкольной работы, конкурсы, призы выступления дрессированных собак и многое другое. Начало в 10:30. 19 февраля во всем православном мире начинается Великий пост. Его главная цель – духовная и физическая подготовка к Пасхе. 40 дней все православные верующие соблюдают строгие традиции, исключают из своего ежедневного рациона питания ряд продуктов. Принято считать, что кухня в пост скучна и однообразна. Ресторан «Прайм» предлагает своим гостям убедиться в обратном. «Прайм» с удовольствием поддерживает православные традиции. Специально для своих гостей шеф-повар ресторана составил яркое и вкусное постное меню. Любители русской украинской кухни по достоинству оценят винегрет с опятами, ароматную грибную похлебку, драники и овощное сатэ, запеченное в горшочках. А витаминные салаты, судак на овощной подушке в авторской подаче придутся по вкусу даже самому искушенному гурману. Пост – не повод отказываться от сладкого. Тающий во рту панакотта с конфитюром из киви, сливочный крем с лаймом, изысканный чизкейк с манго – и это далеко не все представленные в меню десерты. До малейшей детали продуманное постное меню нашего ресторана, соответствующее всем требованиям, поможет вам правильно начать пост, легче его соблюдать, но при этом полноценно обедать и поддерживать ваши силы. Открывайте для себя новые грани вкуса и поститесь на здоровье вместе с рестораном «Прайм». В Великом Устюге подвели итоги юбилейного 30-го международного конкурса-фестиваля «В гостях у сказки». Ансамбль русской песни «Забава» завоевал гран-при в номинации «Народный вокал». Помимо главного приза, саровчане получили грант на поездку на международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Солнечная империя», который пройдет летом в Абхазии. Более 20 лет назад Людмила Карпушова создала коллектив народной песни «Забава», который сегодня стал одним из самых популярных ансамблей нашего города. За их плечами большое количество выездов и наград. И каждый раз, возвращаясь с конкурсов и фестивалей, солисты кладут в свою копилку очередную награду. В начале этого года коллектив «Забава» вновь выступил на международном конкурсе фестиваля «В гостях у сказки» в Великом Устюге. Поездку эту планировали давно, хотели съездить именно в этот город. Вот. Ну, а нужны для того, чтобы, во-первых, расширять наш кругозор, смотреть на другие коллективы, себя показать. Ну и сплачиваемость коллектива тоже здесь как бы немаловажна. В программу фестиваля входили выступления коллективов и солистов, творческие встречи, мастер-классы, ярмарка песенных фонограмм. Но больше всего саровчанам запомнилась церемония награждения. Гран-при было всего 3. Мы заняли 3-е гран-при. Из всех коллективов у нас не было соперников по народному вокалу и песне. И мы как бы выиграли, я считаю, что заслуженным. Коллективу «Забава» вручили грант на 30 тысяч рублей и путевку на международный конкурс фестиваля музыкально-художественного творчества «Солнечная империя», который пройдет летом в абхазской Пицунде. Но на этом сюрпризы для участников не закончились. 9 солистов наших тоже стали лауреатами. И первой, и второй степени дуэт Прошонков Денис, Глазков Владислав стали лауреатом первой степени и получили спецприз за высокое профессиональное исполнение. Не обошлось и без специального приза от жюри. Им наградили концертмейстера ансамбля Сергея Цыганова. А Людмиле Карпушовой вручили приз за сохранение национальных культурных традиций. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. До окончания регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги осталось 2 игры, а хоккейный клуб «Саров» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Для нашего города это очень значимое событие. Посмотреть, как играют саровские спортсмены, познакомиться с нашими болельщиками и задать интересующие вопросы руководству клуба приехали представители нижегородских СМИ. Пресс-тур был организован совместно с хоккейным клубом «Торпедо». Поэтому одним из основных стал вопрос о роли нашего клуба в хоккейной вертикали «Чайка Саров-Торпедо». Хоккейный клуб «Саров» был выбран как одна из систем этой вертикали. Это второе звено в нижегородском хоккее. Потому что без команды высшей лиги молодежи, в принципе, расти было невозможно. Нужно было либо отдавать всех в аренду кого-то, где-то терять
и молодежь терялась. Мы работаем на систему, и мы в этой системе тот болтик, который нужен в системе. Наши ребята, которые здесь с каждого года, допустим, в группе занимаются, лучше попадают в школу торпеда. Там они воспитываются, попадают в «Чайку». Из «Чайки» попадают уже к нам. Сразу после конференции журналисты отправились на игру. Матч «Хакасаров» и «Хакаторос» выдался непростым, и концовка изрядно пощекотала нервы нашим болельщикам. Первыми ворота соперников распаковали хозяева льда уже на первых минутах первого периода. Сравнял счет нефтекамский «Торос» лишь в третьем периоде и тем самым перевел игру в овертайм. Но спортивная фортуна оказалась на стороне наших спортсменов. Итог игры 2-1 в пользу саровчан. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Ну а найти лакомство по душе можно в Центре культуры и досуга в НЕЕФ. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Центре культуры и досуга в НЕЕФ с 15 по 18 февраля проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. И такая популярность этого меда вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый. Мед с прополисом и маточным молочком, гречишный мед, мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства, например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной росы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой. Настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 15 по 18 февраля. Вас ждут в Центре культуры и досуга в НЕЕФ с 10 утра до 6 вечера. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». Мы расскажем вам о том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны. Франция. Исследовательский центр ядерной энергетики «Кадараш». Здесь, на территории 180 гектаров, идет реализация одного из самых масштабных и технологически сложных проектов в мировой истории – создание экспериментального термоядерного реактора «ИТЕР». В случае успешного решения этой амбициозной задачи, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии. В конце прошлого года руководство проекта заявило о завершении половины запланированных работ, непосредственное участие в которых принимали специалисты предприятий, входящих в структуру Росатома. Россия демонстрирует одни из лучших показателей по соответствию техническим требованиям, по соблюдению сроков, уровню общей поддержки и слаженной работе инженеров и ученых. Остается лишь надеяться, что в таком же духе наше сотрудничество будет продолжаться до завершения проекта. Россия не только готова продолжать сотрудничество, но и являлась одним из инициаторов этого проекта еще в конце 80-х годов прошлого столетия, а еще раньше, в 54-м. Первый в мире термоядерный реактор «Токамак» был создан в Курчатовском институте. Сегодня опыт советских ученых используется при разработке 25 уникальных систем и компонентов для ИТЭРа. Гигантскую магнитную катушку на основе сверхпроводника собирают в Санкт-Петербурге, установки для нагрева плазмы, гиротроны в Нижнем Новгороде, системы защиты от температуры в 150 миллионов градусов в Новосибирске, алмазные детекторы для диагностики реактора в Троицке.
Мы предложили методику, мы предложили применение этого детектора, и сейчас мы по существу там развили технологическую линию по изготовлению этих детекторов. Это интересно для ИТЭРа, это интересно для космических исследований. В совокупности все разрабатываемые российскими атомщиками технологии решают две основные задачи. Во-первых, создают дополнительную загрузку мощностей предприятий Росатома. Во-вторых, многие полученные в ходе исследований результаты уже пущены в промышленное производство. Таким образом, ИТЭР служит для отечественной атомной науки своеобразным полигоном по отработке практических задач, связанных с энергетикой завтрашнего дня. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.